Прямо сейчас мы отправимся защищать елку от эльфов, потому что они на нее напали и, короче, хотят с ней что-то сделать. Ну и мы пойдем ее защищать. Так, давайте чистим снег. Эльфы идут! У нас нет защиты, они сейчас нас съедят! Нет! Нам всем конец. Реально, зачем мы чистим снег? Зарабатывать. Чтобы зарабатывать? Эльфов все больше и больше! Я такой большой, ничего не могу сделать маленькому эльфу. Поэтому я превращусь в сосульку. Ставим огнеметчика вот здесь, золотого. Ладно, поставим еще пару огнеметчиков, чтобы они зажарили всех. Молодцы, огнеметчики. Ого, вот сколько тут ковбоев поставили, и все они светятся, кроме вот этого. Почему он у тебя не светится? Вот. Потому что я бомж. Там уже быстрые эльфы бегут. Что, печеньки? Снеговики, я даже их не заметил. А снеговик такой в недоумении идет вперед. Большой снежный голем. Он похож на этого, на железного голема из Майнкрафта. Так, ставим акселератора вот так. Прокачиваем. О, вот диджей, смотрите. Поджаренная печенька. Она такая грустная. Надо здесь еще повторить. Бах, бах, готово. Еще один снежный голем. Прям такой вообще злой. Надо его поджарить, тогда он будет добрый. Босс, так быстро? Почему? Он бросает глыбу снега. Бой огнеметчик. Нет. Он бросает глыбу снега прямо в елку. Печеньки такие радостные стали. Мы тебя не простим за это. Наконец-то. Какой мой огнеметчик радостный. Он повалил целого эльфа огромного. Он похож на Дарт Вейдера. Ой, я там кое-что вижу. Смотрите. Там летает какая-то летающая штука. О, ходячий подарок. Из маленького подарка появились подарки. Из этих подарков еще подарки. Это наш эльф? Хороший эльф! Ой, он умер. Добрые эльфы атакуют злых эльфов. Но злые эльфы побеждают добрых. Их так много. Они сейчас нас захватят, мне кажется. Стреляйте, зачем они в дом стреляют? Ой, это кто там такой? Эвил эльф. Он убил всех добрых эльфов. Это самый злой, наверное. Фух, он не дошел до конца. Это Риббет эльф, и он за нас. Он сейчас печеньку в шаурму превратит. Бах! Вау, все, мне нравится это. А как его получить? Я тоже таких хочу. Ой, это что за строитель? Он делает солдатиков? Ой, мне кажется, там какой-то босс появился, я даже не заметил. Надо этот, медиков. Вот, это какой-то... Клоун вообще стрёмный. Не люблю клоунов вообще. Давайте. Есть, мы убили клоуна, мне за него так много денег дали, я теперь богатый. Летающие сани против летающих саней. Битва года. Оба сани были уничтожены. Мы эти два эльфа вместе. Ой, одновременно проиграли. Вы увидели, они оба упали. Наверное, они столкнулись. Ба! Так, уже 22-я волна. И мы живем. У них вообще правило есть? Это бот. Вот тебе бот. Слился. Как бот. Вертолеты поставишь? Вертолеты? Пришло время, о котором я мечтал. Ставим вертолеты. Готово, ребят. Я чищу снег. Как светло сразу стало. Что это за война? Посмотрите, тут все красное стало. Вон он, Санта-Клаус какой-то страшный. Он запустил подарок. Ура, подарки, мы любим подарки. О нет, он сейчас елку так взорвет. Смертельный подарок. Он ломает деревья, вы видите, он дома ломает. Давай. Мы победили. Да, мы победили. Изи, да? Мы затащили. Молодцы. Так, гиф клейм какой-то у меня справа сверху появился. Так. Elf Camp Tower. Клейм. Забираем. Берем. Типа мы победили эльфов, и они теперь стали добрыми. Давайте сюда скорее, скорее. Это некрасивая карта. Я не хочу такую. Давайте сюда, сюда, сюда. Давайте сюда, сюда, сюда. Быстрее. Ну вот, вы испортили мне. Так, ставим эльфов, да? Много эльфов. О, армия эльфов. Прохождение было очень долгим и скучным, поэтому я его ускорил, поставил эпичную музыку. Босс не видно. Расплавленный босс. Победа. Мы выиграли? Да, мы выиграли. Да. Спасибо боссу, спасибо орбиту, спасибо медиабуху. Ну и всем пока. Не за что.